Вперед, дружище! Да здравствует революция! Берегись!
Огонь! Убейте его! Убейте этого ублюдка! Двигайтесь! Быстро в укрытие, быстро! Не наставляйте на меня эту штуковину, сеньор. Эй, а ну стоять! Thank you.
Привет, ты готов вступить в войну с правительством? Вон он, убейте его. Мы под обстрелом. Нам нужна подмога. Вперед, дружище! Да здравствует революция!
Я тебя вижу. Нам нужна помощь. Видишь это? Аэропорт Мендоза в курортной зоне Параиза Меделина. Резиденция его флота самолетов и вертолетов. А сегодня это самый большой рынок в мире для нелегального вооружения. Там будет много крошек, Рика. Там будут показывать последние достижения и высокие технологии вооружения. Тебе понравится. Ты же знаешь меня, Кейн. Но также присутствует отпрыск Эль-Президенте, Луис и Томаса. Парочка настоящих психов. Риоха и партизаны хотят убрать их из поля активных действий. Не разочаруй их. Выше голову. Скоро появится вертолет, Рика. Пилот в данный момент уже направился туда. Иди и займи его место. Затем ты сможешь летать сравнительно незаметно и стильно.
трогайте меня. Мистер, уберите оружие. Пришлите подмогу немедленно. Сеньор, я замужняя женщина. Надеюсь, вы прекрасно проводите время, сеньор. О, черт! Скажи мне, где прячутся повстанцы? Черт, от этой формы все чешется. Стреляйте, стреляйте в них. Эти чертовы паршивцы. Мне всю кровь. Вперед, дружище! Да здравствует революция! Товарищ, ты готов вступить в войну с ничтожным правительством?
Вперед, дружище! Да здравствует революция! На протяжении 2 лет, а полиция так и не приехала. Рад вас видеть. По крайней мере, я надеюсь, что рад. Пьянство стало моим хобби, как гольф. Бутылка вина и Библия. Меня покинули мои единственные друзья. Я сказал ей, мне все равно, что сейчас утро. Я все равно хочу выпить. Милый, хочешь провести время хорошо? Или показать тебе какой-нибудь? Ты ведь большой мальчик, правда? О, да, большой. Где мое пиво, тупой баран? Солдаты забрали моего брата без всякой причины. Милый, хочешь просто провести время? Туристы, да. Ну, конечно. Милый, хочешь провести время хорошо? Или показать тебе капризы? Милый, не желаешь провести время в женской компании?
Полиция так и не приехала. Пожалуйста, не трогайте меня. Thank you.
Мне нужно выпить, и притом немедленно. Это место скоро канет в небытие. Убегайте, спасайтесь! Убегайте, спасайтесь! Ощущаю любовь.